Всем привет, хорошим людям. Вы даже не представляете, где мы находимся. Сейчас покажем. Вилково, Венеция, Дунайчик, кладку. Вот так люди живут. Лодочки их паркуются тут. Вот на кладке. Так, надо приучиться ходить тут, а то вот так. Дунайская селедочка вот отсюда, ребята. Вот тут. 50 километров, еще раз говорю, Змеиный остров отсюда. Исторические моменты. Река Дунай. Вот так люди живут. У них ерики тут, и основное занятие у них тут рыбка. Вот там причалы, старинные вот эти лодочки деревянные. Это их ремесло, добыча, ловля рыбы. И есть улицы, которые чисто из ериков созданы, со таких кладок, и там только лодка такая проходит. И прямо к дому иде. А пока суббота, люди отдыхают. Основные дороги, они, конечно, асфальтированы, забетонны. Так что вот так смотрится Венеция наша. Это моя родина. Оттуда мы живем 50 километров. Я жил, то есть детство провел. А вот так себе, возле водички жизнь. С этой стороны еще вот река Дунай смотрится. А с этой стороны, с левой, люди живут. Живут себе возле водички. И все выглядит прекрасно. Свежий воздух. Все идеально. Да. Вот так оно выглядит. Чуть пройду дальше под самый... Вот иду по берегу. Там дальше морской вокзал находится. Чуть. Что, с Дуная речки не хватает воды, да? А? Не хватает воды сюда аж. Ну, надо же поливалками тягать. Да. То, что не хватает, то сюда поливалки. Я в Вилково не был 8 год. 8, я Шевченков сам. И не был на родине 8 год, а пришел чуть снять. Воно все поменялось. Ерики для... Так что в YouTube посмотрите. Добре. Рыбка есть, не? Бывает рыбка, не? Да. Ага. Все, все хорошего. Вот ерики. Вот там. Цветочки в людей растут. Нормально. Все так. Вот тут раньше ракеты, ну, вот такие водные, называлась ракеты, скоростные катера, не катера, а такие, короче, мини-скоростные, ну, можно сказать, кораблики. Вот красота тут, чистота и порядок, возле водички всегда. Там корабль стоит, не знаю, какой-то рабочий. Я
причали там все мав дерев'яні, еті. І трошки людей. Хазяюшку спросив. І там єрики, є. Чуть-чуть єрик показав. Да. І воно там інтересно. Чуть. Це вже сміна вже пішла. Ну, от корабль стоїть. Я знаю, інгульський. Не знаю, що він робить тут. Кран у них. А так смотрится все четко. Все доброе. Камыши, природа прекрасна, чудесные, супер. Вот и Венеция немного показал. Дальше, если будет возможность, то посмотрим и дальше. Тут на берегу, возле этого морвокзала, тут ресторан сделали, вот место для людей перекусить. Вот так все выглядит, так что все нормально, все хорошо. А вот, не знаю, это пятерочка еще? Что? Пятерочка, да? У тебя номера есть? Это пятерочка. Шестерочка. Какая шестерочка? Шестерочка. Сто лет уже не бачу машин. Добыто, накрашено. Рубль расходится. Органик, но настоящая. Зато все хорошо. Будьте живы, здоровы. До побачення. И всего хорошего.